анонс 55 по 59 серии турецкого сериала «Кровавые цветы». Как мы помним с предыдущих серий, из-за того, что у Дилан некуда идти, она идет к могиле матери Барана. У могилы она плачет и делится тем, что происходит сейчас в ее жизни. В то же время Баран приходит навестить могилу матери. Увидев Дилан, он очень удивлен и пытается понять, почему она не ушла, ведь он освободил ее, и теперь она свободна. Дилан говорит о том, что ей некуда идти, и снова винит Барана в данной ситуации. Баран разозлится, однако, глядя в глаза Дилан, он видит тяжесть и страдания, и это останавливает его. Баран вернет Дилан в особняк, ведь он хотел, чтобы она была счастлива, поэтому отпустил ее. А она, собирая вещи, страдала, что показывает, что они любят друг друга. Продолжение вы сможете увидеть в новых сериях, которые выйдут с 13 по 17 марта. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.